Добрый день, дорогие друзья. И снова три минуты правды про стройку. Второй урок. Второй урок называется «Техника безопасности». Ну, нет ничего более важного на стройке, чем техника безопасности, как равно и нет ничего более часто нарушаемого на стройке, как техника безопасности. Страшное дело. Никто не хочет одевать каску, заходя на стройку. Многие очень забывают проинструктировать личный состав при нахождении на объекте. Ну и многочисленные другие нарушения. Как только человек заходит на стройку, обязательно он должен одеть каску. Мне приходилось одевать каски на головы и четырехзвездных генералов, и министров. И что интересно, вот чем выше должность человека, тем он как-то с пониманием относится к требованиям, которые ему строители предъявляют. И мне приходилось, вот я еще раз повторюсь, и на уровне министра, и министра обороны. И что интересно, вот сейчас великие строители, как, например, Марат Шакирзянович Хуснуллин, которого тоже мне приходилось встречать на объектах строительства, он заезжает там на объект, на строительную площадку, перед ней останавливается, он выходит из машины, ему водитель открывает багажник, а Хуснуллин сам оттуда ставит каску свою там с гербом Москвы, когда это было, ну, раньше, когда вот он возглавлял строительный комплекс Москвы в должности первого заместителя мэра, ну, а теперь он уже первый вице-премьер, одевал каску и шел на стройку. Я вам скажу, страшное дело, когда у тебя на стройке гибнет человек. К сожалению, мне за мой вот весь период, так сказать, творческой строительной деятельности приходилось терять людей. Я помню лицо рядового Курбан-Таганова, который погиб на объекте Габалинской РЛС, который я начинал свою трудовую деятельность как производитель работ. Там же на этом объекте и погиб начальник КУИРа, подполковник Мунтян, а с ним еще три человека. И такие трагические вещи случаются на стройке. Я помню лицо отделочницы Щербаковой, которая погибла у меня на объекте «Жилой дом» на улице Манчестерская в Санкт-Петербурге. И двое детей остались сиротами без матери. Поэтому не рискуйте, берегите себя, берегите людей, за которых вы отвечаете, за их благополучие и жизнь. Коротко, еще потом как-нибудь расскажу. До свидания.